Навожу камеру. Буду с вами говорить. Всем привет! Меня зовут Мирослава Гайсяна. Сегодня я вам хочу сделать одно предложение, которое вы должны услышать. Каждый из нас может сделать мир лучше и добрее, если каждый человек будет улыбаться и говорить друг другу хорошие слова. То счастливых людей будет все больше и больше. Не верите? Смотрите. Я вам покажу одну цепочку. Вот она. Это я. Я улыбнулась своей подружке. Сказала однокласснику хорошее слово и улыбнулась. То есть они тоже, как я, улыбаются друг другу и говорят друг другу хорошие слова. Но при этом своим друзьям. То есть смотрите, если я была одна, то смотрите, сколько счастливых людей из-за того, что мы всего лишь друг другу улыбаемся и говорим хорошие слова. Я поняла это, когда послушала, как мама общается и делится своей информацией с подружками, с тетей из магазина, с дяденькой, который продает молоко, с Еленой Петровной. Они в ответ улыбаются. Значит, это работает. Кстати, вам скажу по секрету. Моя мама знает ценную информацию, что счастье есть. То есть вы должны друг другу улыбаться, говорить хорошие слова друг другу. Не ссориться, никогда не ссориться. Чтобы вы должны не говорить, я не смогу, я это не сделаю, ой, вот это сложно. Говорите, я все смогу, для меня это расплюнуть. И скажите себе, своему мозгу, что вы все сможете, что вы все сумеете. Не говорите, я тряпка какая-то. Так что всем пока, люблю вас, ставьте лайк, пока-пока.